Я давно сижу здесь, ну, вот здесь отдыхаю и наблюдаю за ними. Они лежат обе лапками друг другу навстречу. А я тут на Озоне ножницы заказывал. Портновские ребятам пленку резали на работе. Ну и решил, думаю, сниму, как они красиво лежат так друг дружке. Ну, Мирка, она засмущалась, сразу же соскочила, неудобно. Перед камерой она всегда актриса. А Рада, она невозмутимая. Она хоть бы что. Вот и все. А я Виктории жалуюсь. Говорю, диванчик когда покупал, я ж не думал, что у меня вот тут вот место вот тут чуть-чуть выделят собачки. Бочком так вот заберусь, сяду и сижу. И выбираю там товар или там комментарии, проверяю, читаю. И вот мне тут 10% выделили. Пошли на улицу. Пошли. Иногда хочется прилечь, не приляжешь, потому что места заняты. Пошли. Быстрее. Выходи. Бегом. А я хочу поделиться своей небольшой печалью. Я обычно всегда радостью делюсь. Ну и бывает и печали. Вот одна из печалей – это кипарис. Мы его пересадили большим, вот таким, и он не прижился. Вот видите, все, высох. Стал как порос сухой. Жалко, я его поливал, мы, видите, вот колышки притеняли. Ну, так скажу, что надо было не жалеть, а процентов 70 отсюда срезать листиков, и он бы прижился. Но я пожалел. Думал, ну, сразу большое дерево будет. Большие деревья плохо приживаются. Это мне утешительный приз. Ну, что вам скажу? Одно теряешь, другое приобретаешь. Вот, смотрите, гортензия. Буквально за одну ночь выбросила цветы. Я, кстати, первый раз наблюдаю, как гортензия зацветает. Никогда не видел. Видел готовый уже цветочка. Это вот, видите? Вселенная все уравновешивает. Если где-то убыло, то обязательно где-то прибудет. Если где-то будет чего-то слишком много, Вселенная заберет и уравновесит. Вот, на видите, забрала у меня кипарис, отдала вот гортензию. Надо подвязывать. Я все время боюсь, что они, смотрите, как отломятся. Но бывает, когда снег нападает, они могут обломиться. Ну, пока. Пока что все нормально. Один. Пойдем, пошли, Масса, пойдем. Лили. Пошли посмотрим. У нас же еще там три гортензии живут. Где агава? Видели, как мирно Мирка спала 3 минуты назад? Смирехонько. И та тут же в одну секунду сделалась начальницей. Вот это, видите, вот такую мы пересаживали, большую, крупную.
Это-то была посажена здесь, на этом месте. Ну, решил, думаю, выиграть. Нет, не получилось. Надо было. А надо было, Миша позвонил, говорит, пап, забирай, мне надо срочно пересаживать. Он там реконструкцию какую-то проводил. И предложил мне. Вот эти я удаляю. Это поросель. Вот с этого сумаха. Вот видите, он очень активный, этот сумах. И дают вот такие поросли. Ну что, вот она, гортензия, видите, тоже зацветает. Но пока только вот бутончики. Вот она вторая. Ну вот, мне уже и радость. Видите, как она цветет. Я никогда не видел. И вот третья. А теперь вот мне довелось увидеть. Вот видите. Почему я выдергиваю вот эти вот поросли? Я объясню. Видите, вот это дерево, вот оно. И это дерево. Так вот это дерево, это поросль вот этого дерева. Посмотрите, какое оно. Сначала вот такой кустик рос. Я его не удалил, забыл. Потом выросло к осени метровое дерево. А теперь это, гляньте, какое громадное деревцо. Что, Марсик, пойдем покажем. И вот я покажу. Виктория обрезает, но привычка. Я говорю, ну возьми ведерко, и ведерко собирай. Она никак не хочет. Упертая эта Виктория. И хоть кол на голове тиши. Вот видите, я сколько обрезал веточек. Это вот с этого кипариса. Мы их два пересадили от Миши. Ну вот я надеюсь, что он выживет, потому что он, видите, в другом состоянии. И я надеюсь, что он меня не подведет. Видите, вот я обрезал. Очень много обрезал. И как бы он еще живой. Хотя тот тоже такой был, но еще вот я душиком поливаю, охлаждаю, смачиваю. Это надо делать вечером, но я это делаю 5 раз в день. Сейчас, видите, облачка, солнце иногда заходит за облачка, но как бы я не боюсь. Что она сгорит. И потом, знаете, опасно поливать в жару не хвойные, а такие широколистные, вот такие вот, где капля может прожечь лист, понимаете, капелька становится увеличительным стеклом и прожигает. Так, я сделал круг. И вот этот банан не хочет расти. Здесь когда-то был дом на этом месте, старый, мы жили в нем. Потом мы его разобрали, построили вот этот дом. А на этом месте была или канализация, или что-то. В общем, там фундамент был, и земля не очень такая. И вот он никак не хочет расти. А вот кипарис, гляньте какой, этот поднялся. Вон, выше трубы. Скоро уже достанет. Выше столба будет. Смотрите, какая колонна. Ну, какой.
тянется. Ну и расти на здоровье и на радость нам, землянам.